Дорогие друзья, мы сегодня собрались тут у памятника свободы, у памятника, который символизирует свободу, свободу от нацизма, от фашизма и от возрождения нацизма, фашизма в Латвии. Хотел бы вас всех поздравить от объединения против нацизма, от международной организации «Мир без нацизма» с этим праздником, и завтрашним праздником, и сегодняшним праздником. Я думаю, что и сегодня, и завтра в Латвии мы празднуем один и тот же день. День победы над нацизмом, день победы над фашизмом. И я вижу, что тут очень много молодых людей, и потому меня это радует, что чем больше молодые будут понимать, что нацизм, фашизм, чувств для Латвии, для латышей, для русских, для всех национальностей, которые тут живут, значит, это не повторится. Если это будет начинаться, значит, мы это не допустим. Ура! С Днем Победы!